Я утром 4 часа уже встаю, 5 часов там моя машина есть там в Газе. И как называется, контейнерная площадка особая, надо утром 6 часов контейнерная площадка эту машину заберет, поменяет. Я проверил, заходил, смотрел, черный дым идет. И заходим, уже пожар. Я скорую вызвал, одна женщина была. Он тоже вызвал это пожарный вызвали. Я полтора часа уже машину убрал, полтора часа уже уходим, уже пожар. Я парадный открыл, не может туда заходить, полный огонь. И на улице вышел, уже люди хочет прыгать. Я им сказал, не прыгай, вот это сломается, это опасно. Я думал прыгать. Я им сказал, уже пожарник это поднимает, но все равно они не хотят спеть. Я раз поднимаемся, они эту как трубу держит. Я им сказал, держи, вот безопасно вот это. И потом лизали, уже почти 7-10 человек был там. Уже 7 лет уже здесь живу. Uh-huh. Я в Узбекистане 15 лет уже десантура служил, военный десантура был, бригаду. И потом после этого вот уже пенсионер вышел, работу закончили, пенсионер вышел. Сюда приехали, уже 7 лет уже дворником работаю. Там тоже жить можно нормально, там в Узбекистане тоже все хватает. Просто я, как называется, здесь уже привык, уже я, да, сразу, как случайно было, вот меня дочка, вот две дочки сразу замужем в одну день, развод был, потом они хочет уже, нервничают, я им сказал, пошли погуляем, вместе сюда заходил, просто так, я, у меня машина была, продал. Один день билет купил, сюда заходил, так оставим, вот живем здесь уже. Ну, у меня специалист был, я вот кровочком тоже занимаемся, кровочки. Mm-hmm. А потом я сюда заходил, вот все узбеки, киргизы здесь работают, я познакомился, и потом сказал, работа есть, какие работы есть, вот крышу. Хорошо, я крыша, полтора месяца я крыша работал. Потом мне сказали, здесь работа есть. И здесь уже 7 лет уже здесь работаем. Мы рано встаем, мы узбеки, мы 4 встаем утром. Мы узбеки, намаз читаем, мы тоже намаз читаем. Mm-hmm. Ну, 5 часов уже. 6 часов уже на улице будем все. Работа есть, работа. Туда ходим, работаем. Наши какие замечания не будет, лучше мне замечания не нужно. Я проверим, почистим какой-то двор или парадный. Проверим, почистим. Ну, пока нам жалоба нет, по-моему. Не знаю, вот я вам сказал, вот 7 часов тоже можно. Мы ходим туда-сюда. Что делаем здесь, сидим? Что делаем? Мы это, ну, все равно работаем, да, до 7. Сколько раз служили это? 15 лет уже я узнаю, куда хочешь, куда прыгать. И я до этого я им сказал, до 9 этажа, без этого, без ничего поднимаемся. Сейчас тоже 48 лет. Поднимаемся можно так. Я сам уверен на эту ситуацию. Я знаю, как поднимаемся, как это делать, помощь. Это бесправно. Но самое главное, люди надо жив оставаться. Полтора года назад тоже вот Береевская улица так и был. Не так. Одну квартиру полностью сгорели. Мне помогали там. Я тоже не думал, это кто-то меня фотографировал, это съемка. Я так не думал.
честно говоря. Мне нужен это помогать. Все, я им помогал. Я так думал. И кто-то фотографировал, и это дело так было. Вашу активность, гражданскую позицию хочу вам объявить благодарность. Спасибо. Да. Спасибо. Ну, все равно умрем. Друг другу помогать надо все равно. Все равно ничего не остается, ничего не заберем туда. Ничего не заберем. Все там здесь остается. Правильно? Вот я вам помогу, вот я умру, скажу, вот нормальный человек мне помогал. Так будешь. Друг другу помогать надо все равно. Ну, ничего не заберем. Туда ничего не заберем. Все здесь остается. Здесь просто друг друга помогает. Они знают, вот у меня он помогает. Вот жизнь все равно уходит. Не остается жизнь. Все равно уходит.